В ночь 6 на 7 января миллионы православных христиан во всем мире отметили Рождество Христово. Торжественное богослужение прошло и в Троицком храме Реутова. За час до полуночи под радостный колокольный перезвон там собрались сотни верующих. К одному из главных церковных праздников они относятся с особым трепетом. С каким настроением сегодня вы пришли в храм? С хорошим. Одухотворенным. Я очень захотела. Давно уже не была в церкви, прям потянула сюда чего-то, что-то сверху. Что могли бы пожелать реутовчанам в этот день? Прежде всего здоровья, не болеть, всего хорошего, что можно попросить у Господа, чтобы сегодня произошло. Чтобы было все хорошо. Семейное благополучие, здоровье. Ну и, наверное, как всегда, во все времена мира. Рождество – особенный праздник в христианской традиции. Католики отмечают его 25 декабря, православные верующие – 7 января. А накануне в рождественский сочельник заканчивается 40-дневный пост. Кульминация торжества – божественная литургия. Совершается она именно ночью. Это торжество, это радость. Среди тишины ночной мы прославляем рожденного Богомладенца Христа и призываем к этому торжеству всех верующих прийти в церковь, приобщиться телу и крови Христовой и торжественно воспомянуть это событие. С приходом Рождества начинаются 12 святочных дней, они продлятся вплоть до праздника Крещения Господня. По православному обычаю верующие отметят его 19 января. Наталья Григорьева, Петр Гаретов, телеканал ТВ Реутов.